В заявлении от 9-10 ноября там этот пункт тоже стоит. И Алиев постоянно на это жмет. Вот смотри, сегодня по телевизору показывают. Я вот Арайка, да, я сегодня просто там лаял на него матом. Сегодня показывают, как он по телевизору встречается с командующими, с командирами вооруженных сил Арцах. Подпишитесь на телеграм-канал «Без тормозов». Смотри, я тебе уже говорил, Арсен. У нас был вопрос стоял, когда русские нас заставляли ликвидировать Карабахскую армию. Конкретно нам приехала делегация, сказала, что это в соглашении указано, и президент на него там оказывает давление Алиев, оказывает давление Эрдоган. И в заявлении это указано, не должно быть Карабахской армии. Мы жестко противостояли и отбили этот вопрос, и доложили в Москве они на самый верх, и мы сказали, будете нас заставлять, мы население оттуда выведем. Мы этот вопрос прикрыли. Пока мы были в генштабе, этот вопрос не стоял. Хотя Вито, Араик и Никол согласились на ликвидацию армии, и как бы Карабахскую армию мы ни называли, это они офицеры вооруженных сил Армении. Карабахская армия — это бригада Армении. Напишем рапорта и уедем. А за ними потянулось бы и население. И мы русским это сказали. Сказали, будете это настаивать. Ни один наш офицер, и мы уже со многими разговаривали, все сказали, рапорта на стол, уедем. Заберем семьи, уедем. А за ними потянутся их друзья и родственники. Говорю, поймите, карабахцы и армяне, вообще все, мы доверяем только одной вещи, только своей армии. Значит, и мы этот вопрос прикрыли. Вот сейчас Араик берет, показывает по телевизору, как он встречается с офицерами вооруженных сил в Карабахе. Молодец, встречайся, правильно делай. Ты наши военные, ты президент, ты должен с ними встречаться. Ты зачем это показываешь по телевизору? Я вам говорю серьезно, это элемент. И вы завтра увидите заявление МИДа и заявление Алиева на эту тему. И завтра же у них будет разговор с Путиным, где он скажет, ты обещал, в заявлении-то есть, что хочешь делай, заставь, чтобы этой армии там не было. Они идиоты, понимаете, они вообще не понимают, что такое стратегия. Хочешь встречаться с офицерами вооруженных сил? Ах, теперь не надо это показывать публично. Ты что тут понты и очки зарабатываешь? Завтра посмотрите, какая реакция в Баку будет. А в Москве в этой ситуации сейчас, ну вот никак вот такого кипиша сейчас вообще никак не надо. Вот просто не надо, да? И я уже знаю реакцию Москвы. Там уже 5 раз сказали, что идиоты в Карабахе. Подпишитесь на телеграм-канал «Без тормозов». Сейчас не надо, надо максимально стараться сдерживаться, чтобы для русских не создать второй фронт. Головную боль им здесь не создать. Нет, все через одно место делают, понты, пиары. Он там встречается с офицерским зарядом, потому что люди не понимают ни стратегии, ни в политике не разбираются. Вот как ты говоришь, не оценивают реальную ситуацию на фронте в России. Не оценивают. И вот этот дешевый пиар, который завтра приведет к серьезному давлению на Москву.